На сегодняшний день диагностическая реакция МАНТУ устанавливается только с диагностической целью, с профилактической целью. Возобновлена будет туберкулинодиагностика по мере поступления туберкулина. На сегодняшний день детской поликлиникой проводятся закупки туберкулина. Диагностическая проба на туберкулез диаскин-тест проводится в полном объеме. В последующем обычно у нас туберкулин-диагностика проводится по плану, то есть во время чаще всего все-таки учебного года, поэтому по плану она и будет проводиться. Сейчас пока что туберкулин в количестве необходимом для диагностики в поликлинике имеется. И сейчас проводится, в настоящий момент идет процедура закупки следующей партии. Детский тест, вы же сами знаете, он делается детям только с 7 лет. А вот до 7 лет дети выпадают. Что на сегодняшний день туберкулин находится в закупке. Для диагностических целей туберкулин в поликлинике имеется. Поэтому педиатры назначают с диагностической целью туберкулин, реакция МАНТУ назначается, с профилактической целью будет проведена после проведения закупки. Совершенно верно. Для диагностических целей в том количестве, которое было закуплено, его хватает только на проведение реакции МАНТУ с диагностической целью. В больших объемах это будет позже, по мере выделения финансовых средств.